И проблема в том, что я нифига не вижу. То есть я не вижу всю комнату. А, вот я могу сюда прямо встать. Ага, работает все. Но мне интересно. Я могу вот так долбануть? Нет. Я могу вот сюда вот долбануть. И посмотрим, что будет. А как же тогда сделать так? Да, нужно убрать. Давайте попробуем-ка. Нет, нужно убрать вот эту вот фигню. Вот куда-то сюда. А вот это... вот сюда. Наверное. Так, а вот это убираем вообще. Не знаю, куда вот сюда. Мы не надеемся, что оно все тут нужно. Вы помните, я там бульбашкой не пользовался. Так, вот это вот правильно все так. А, стоп. То есть, если мы сюда направляем вот так, то оно как-то вот сюда отправляется, так ведь. Угу.
Ага, то есть до сюда оно добегает. Ну именно до сюда. Почему-то оно пролетает сквозь него. Давайте вот так закроем, что ли. Ужас, опять какие-то проблемы непонятные. Что-то оно не ловит, не ловит его. Стойте. Что если вот так? Да уж. Скорее всего, что-то элементарное есть тут. Скорее всего, здесь что-то элементарное. Но я об этом не догадываюсь, зараза. Эти головоломки нам не по зубам. Но здесь хотя бы не на время, да. Такие головоломки, ну, сложные, да, дебильные. Чё поделаешь? Да, ну возвращается, но вопрос в том...
2 легко можно сделать. Что если мы сделаем вот так вот? Понял. Сейчас просто сделаем. Очень просто будет все. Будет все очень-очень просто. А это я люблю. Я люблю, когда все просто. Вот, все. Я же говорил, все просто. В итоге, что мы использовали? Мы использовали одну вот эту штуку. Я не знаю, как здесь задумывалось изначально, но я вот только что открыл, короче, простой способ. Просто стреляешь сюда, в бок, и используешь как бы одну только вот эту вот постамент, и все. И то есть, понимаете, оно вот так вот сюда летит, зажигает, отражается, потом сюда, вот сюда, и здесь, короче, отсюда вот сюда. А потом эта штука его отражает, и оно летит сюда и зажигает это. Блин. Ну, как всегда, в принципе. Я долго думаю, но зато потом гениальные решения придумываю. Так. Тут, конечно же, враги. Синие скорпионы? Они слабенькие, серьезно. Это одни из самых слабых врагов. Смотрите, за них 1 XP дают. Но их много, да? Так. Хотя, может, и не стоит их недооценивать. Так, они много урона наносят. Это жесть. Так, пожалуй-ка мы... Все, нас убили. Слабенькие скорпиончики нас убили. Так, нужно какие-то обилки использовать, да. Во. Я, кстати, постоянно забываю билки использовать, хотя это хорошая идея. Так, 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 так. Еще 4 останется. Не так сложно было на самом-то деле. Но это самые обычные враги, только их типа побольше. И это все? А, ну в принципе у нас остался один ключ, то есть да. Нам осталось только этот главный пазл разгадать. Я постараюсь это сделать без гайдов, как и все перед этим делом.
Вот видите, даже оригинальный способ решить головоломку нашел. О боже. Ой, блин. Ой, жопа. Ой, я не знаю. Что, 2 часа давайте разбираться? Вот это пазл. Вот это пазлище прямо. Всем пазлам пазл. И куда, во-первых, стрелять? Ага. Медленный. Прикольно, замедление. Один. А вот это? А, это последний будет. То есть сначала нам нужно решить вот эту фигню. То есть мы... Ой, я не туда упал. А как открыть вот эти вот штуки? А. Угу. Блин. Это полная жопа. А, стойте. То есть мы его будем вести сюда. Здесь нужно будет уничтожить, потом здесь заморозить, здесь открыть, и тогда оно придет. А, то есть нам не нужно 2 выпускать снаряда. Нам нужен только 1 вот этот снаряд замедленный. Понятно. Понятно. Значит, вот это готовим.
очень все интересно. Шайбу, шайбу, шайбу. Все, теперь осталось только одно. Блин, оно ускорилось. Окей. Да. Почти, почти. Сейчас решим. Но здесь хотя бы понятно, что да как. А изначально реально непонятно. То есть ты такой приходишь, а что здесь такое? А, блин, огромный пазл. Сейчас нужно придется, короче, 3 раза стрелять. А так. Так. Так, что такое? Опять фигня какая-то происходит. Так. Ой. Бамс, 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 бамс. Есть. И сейчас будет босс, наверное, еще один. А может и не будет. Гигантская моль, наверное, будет. Я не удивлюсь. Я, конечно, сомневаюсь, но вдруг будет гигантская моль. Вот то, короче, вот это вот Эмили, она, короче, будет беситься из-за этого. Ой, стоп, а если будет босс, то это значит, мне нужно будет тратить всякие бафы. Сколько молей. По 3 штуки. Я ненавижу вас. А, их, кстати, очень мощно можно морозом бить. Мощнее, чем огнем. Босс моль. Лазерная моль пошла. Помните, как мне ее слабо можно было бить? Ее тоже можно парализовать, смотрите. Все благодаря холоду. Так, сразу 2, смотрите. Я просто в угаре и в ударе. Так, силк, шелк, что ли? Дрожит моль. Дрожи. Дрожи при моем виде. Так. Не успел убить ее. Ну ладно. Так, 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 так. Так. Сэндвич. Так. Блин, все, что я получил, то и
подскочил так. Нет, еще вроде не босс, кстати. И сам упал. Отстой. Так. Моль. Моль. А за нее только кредиты пока что дают. Грёбаная моль. Неужели со всеми разобрался? Надеюсь, босса больше не будет. Или это будут супер моли? Супер лазерные моли. Так, стойте. Нужно мороженку скушать. Нам же говорили. Так. 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 Ты не думаешь, что ты со мной разберешься. Так, а вот Фьяра Мастер Кей. Там будет босс. Там будет ужас самый. Будет реально ужас. Да. Мега моль. Мегамоль у нас тут будет. Нет, не сюда. Да, вот сюда. В общем-то, последний сейф. Будем бафаться. Стоп. А, ух, мы поднимаемся. Бдымс. Данжен. Ща будет мегамоль. 100%. Немножко заспойлерили. Вот, смотрите. Ух, мегамоль. Ужас. Бедная Эмили. Так, во-первых, давайте немножко сразу же ванила айскрима всякого. Нужно уклоняться немножко. Так. Так, нужно также чай. 100% регенерация. Ну нет, пока что нет. Так. Все, у нас два бафа есть, так. О.
Так, ураган гребаный. Где мои мороженое? Да, вовремя я мороженое взял. Так, стой. Она лазерная. Она не только огромная, но еще и лазерная. Так. Так. Так, нужно срочно айскрим залокать. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой. Так. Чай. Смерч. Вот это не очень опасная атака. Так. 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 Так, 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 ай, ай, моль, 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 огромная, так, так, блин, по 300 урона, так, стой, стой, стой. Где мороженое? Так, так, ладно, пофигу. Не смогу пропрыгать туда. Стоп, у нее опять восстановилось здоровье, что ли? Или мы так мало убили?
огненная моль. Так, кебаб, ванила айскрим. Так, нужен мега сэндвич. Срочно. Я его вообще никак не могу мочить, эту моль. Так, 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 так. Так, айскрим. Айскрим, айскрим, айскрим. О, она меня полечила, нифига себе, моль. Последняя фаза босса пошла. Так. Так, так. Так. Опять приходится тут менять. Так, айскрим. Блин, я никогда в такие штуки не играл. Так, 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 так. Повторяющаяся фаза у босса. Больно, больно. Курица довольна. Так. Так, 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 так. О, смогли. Так, она отрегенерировалась. Это ужас.
айскрим нужен. Так. Нужно будет еще больше готовиться к этим всем штукам. Так, 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 так. Она восстановила себе, короче, дофига это моль. Здоровья. Что это за ужас? Так, так. Пытаемся уклониться, 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 уклониться. Все. Наконец-то. Да, лаги. В общем, как-то слишком долго мы с ней сражались, естественно. Если выучить, тут надо выучить все эти стадии там и так далее. Это как Айзек, короче. А я ненавижу Айзека. Мне здесь нравятся пазлы, ну как сказать, тоже не очень нравятся. Я не знаю, многие вещи мне здесь нравятся, а многие одновременно и нравятся, и я их ненавижу. И, конечно же, сохраняемся обязательно. Грёбаная моль. Так, мы получили уровень. 31, отлично. Ну, мы пока что ничего здесь больше не можем вкачать. Нужно вот элементал армор качать. Потому что у врагов появляются элементальные атаки. Естественно, я буду последним и так далее. Очередная статуя. Забавно, в этом городе было две статуи. Да, Эмили, смотрите, как она. Она в шоке. Они засунули сюда, короче, босса моль. Огромный жук. Огромный жук, как ты любишь, Эмили. Гигантская моль. Да, я знаю. С лазерами, гигантскими лазерами. Почему это произошло со мной? Да, вау. Мне она тоже не понравилась, она слишком гигантская. Сочувствую тебе, чувиха. Все хорошо, Лия. Это, короче, просто суперреакция, сверхреакция. Но спасибо, что поддержала, да. Но, эй! Despite all this horrifying, короче, ужасающие опыты, я все равно... А, несмотря на все эти ужасающие... воспоминания, я все равно первая. Я великолепна, блин. Во-первых, мы не знаем, первая ты или нет. Во-вторых, я ненавижу соревнования. Это для задротов. Мне бы хотя бы пройти эту игру. Так, Drat, I'm last this time. Он последний. А почему? Моль не понравилось. Это неожиданно. Ты был таким быстрым до того? Я
у меня, короче, были большие проблемы с этими огненными големами. А, Хоуи. Это очень хитро. Трики. Да. И также босс. Я имею в виду, как ты пряталась, Эмили. Ах. I managed sorta. Никак, типа. Все равно, это забавное соревнование. Гонка, точнее, рейс. Now it's time to collect the reward, right? Сейчас время получить награду, так? OE ONC. ONC? Что-то, да, по-французски она сказала. Аланзи, что это переводится, напишите как. Я забыл, знакомое слово. Одно из немногих слов из французского, которое я слышал. Но она, в принципе, постоянно, короче, такими клишейными фразочками по-французски бросается. The everlasting sun. Бесконечное солнце. Ну да, знаете, Everlasting Summer — это бесконечное лето, а Everlasting Sun — это бесконечное солнце. Так, бесконечное солнце блестит сильнее, сияет сильнее над этими землями. Оно пылает славой жизни и смерти. Может быть, я неправильно перевел. Плевать. Короче, вы поняли. Моему переводу доверять нельзя. Я только приблизительно сюжет пытаюсь догадаться. And this unforgiving path, на этом непростительном пути, ты стоял типа этого. Непреклонно. С ледяными свипс, не помню. And strokes you crossed the scorching grounds. Ты, короче, пересек раздираемую землю, или как-то так. Разрушенную землю. Ты путешественник. Типа этот, вестник изменений. Ты стал, короче... А, ты доказал, чего ты стоишь. Возьми эту тень, чтобы открыть путь на восток. Red Flame Shade. О, Red Flame Shade. Прикольно. Получено. Your resolve is evident and deserving a gift of strength. Значит, подарок силы, что-то там. Let me add to you inner flame. Ага, дай мне добавить в тебя этого внутреннего пламени, чтобы сделать его тепло более длительным. Что-то нам дали. SP bar extended. А, короче, это теперь мы сможем... Вот эти вот SP поинты, короче, они позволяют нам особыми обилками пользоваться через пробел, вы же помните. Я вот ими очень редко пользуюсь, кстати. Но, в общем-то, прикол в том, что
чем больше у нас этих СП, тем больше раз мы можем использовать, они восстанавливаются там, пока мы бьем кого-то и так далее. Ну, в общем-то, я ненавижу это. Эта игра, короче, она слишком похожа на вот эти вот... Ну, хотя бы мы тут не пермадесом занимаемся. То есть, это не как в Айзеке, что ты, короче, постоянно вздыхаешь и оттачиваешь свои скиллы, блин, надрачивание клавиш. Не люблю надрачивать клавиши. Простите меня, я уважаю тех чуваков, которые могут надрачивать клавиши. Ну, во-первых, это нужно быть молодым более, чем я. Ну, я как бы уже совершеннолетний, я как бы... Реакция лучше всего у людей, которые гораздо моложе. Поэтому им нравятся эти все Айзеки и так далее. Плюс, как бы, я никогда не отличался быстротой мысли. То есть я, короче, могу какую-то гениальную мысль выдать, но я как бы буду ее долго думать перед этим. А многие другие, короче, они быстро думают. Они могут неправильные какие-то выводы, приходить к неправильным выводам, но они думают гораздо быстрее. Я признаю, что у меня есть, типа, преимущества и недостатки. Так, let your every step from the path of your growth. Каждый шаг форм. Так, по пути с твоего типа взросления. Поздравляю, искатель. Ты получил свой второй элемент и достиг следующего Майлстоун. Ну, следующего пункта операции путеходец. Следующей отметки операции. С красной... с тенью красного пламени ты можешь получить доступ к осенним... к осени какой-то. Северо-востоке от руки Харбора. То есть вы помните, там был такой район. True proceed seek the ancient statue to within autumn fall and accept your next trial. Короче, потом нам нужно... выполнить задание с древней статуи в этом биоме, новом осеннем биоме, и принять твое новое испытание. Возьми эту награду за твои достижения, как-то так. Так, circuit override. А, ясно. Это типа нам дали сброску очередную скиллов. Мы, то есть, теперь можем все скиллы сбросить. На, good luck and stay vigilant. Удачи и... оставайся кем-то там. Оставайся таким же хорошим, короче. О, ужас. Оки-доки. Так. Получили, короче, это... квадратный выход. Эта космическая птица... особенно... чудесная. Люблю этот пылающий меч. Имеет смысл. Она символ тепла и огня. Так? Ау и аусо. Также.
Просто посмотри на это место. Это чудесно. Намного лучше, чем Гауми, короче, темная пещера, в которой мы были в прошлый раз. Да ладно, камон. Я хочу иметь вид вниз отсюда. Что? Локдаун? Или здесь хочет иметь свою какую-то фигню? Смотрите, это выход из данжа, что ли? Интересное вообще место. Все еще пятая часть, кстати. Но мы-то вышли, и как бы я не хочу, если честно, все это читать. Потом почитаем. А, смотрите. А, мы наверху вот этих вот часов песочных, типа, да? Вот в чем весь прикол. Вполне красиво. О, тут какие-то квесты. Ну, в общем-то, все это будет в следующей серии. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр.